В музее-заповеднике Горки-Ленинские в очередной раз увеличили площадь местного парка, посадили более 200 деревьев. Такое мероприятие прошло в рамках месячника благоустройства на территории Подмосковья. В нем приняли участие жители городского поселения Горки-Ленинские, молодежный совет, администрация района, а также поддержать участников акции приехал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган. Ощущения отличные. Вот, ну, видите, видимо, сейчас скроем здесь какие-то интересные вещи. Найдут ли здесь археологические ценности, пока неизвестно, но уже точно ясно, что в 2017 году заповедник будет взят под контроль и станет особо охраняемой территорией, заявил Александр Коган. Министр экологии и природопользования Московской области уточнил, что для Ленинского района это значимое дело. Мы сейчас проводим здесь исследования. В 2017 году намерены организовать здесь особо охраняемую природную территорию, потому что здесь есть особо охраняемые виды растений. Очень важно, что здесь, возможно, будет проходить некий экотуризм после этого, экотропы проложены всевозможные. Акция по высадке деревьев на территории музея-заповедника проходит ежегодно. Ее организует руководство учреждения совместно с районной администрацией. Начать свой субботник на территории Ленинского района мы решили, как и в прошлом году, с колыбели района, с музея-заповедника Горки-Ленинские. У нас есть уже многолетняя традиция высаживать деревья именно в день областного субботника. В этот день каждый желающий мог посадить саженец и присвоить ему собственное имя. Никто не остался в стороне, работали дружно и слаженно. Даже герой России, почетного полярника Николая Гаврилова, можно было спутать с опытным садоводом. Хочется приукрасить нашу землю новыми деревьями, красивыми видами. Я думаю, что это место заслуживает этого. Студенты Московского государственного института индустрии туризма имени Сенкевича здесь недавно представляли свой проект. В этом им помогала администрация музея-заповедника. Благодаря такому сотрудничеству ребят пригласили принять участие и в этой акции. Не знаю, сколько мы посадим, если честно, но насколько нас хватит сил, уверенности, столько будет. Будем потом приходить смотреть. А вам показывают, что надо, как правильно? Ну, показали. Ну, мы и сами руки знают. Мы же все из крестьянской среды, выходцы. Руки помнят, все нормально. Посадили. В апрельское субботнее утро в Горках Ленинских была высажена целая аллея. 240 саженцев, березы и яблони. Также в этот день прошла посадка зеленых насаждений по всему району. Предстоит посадка зеленых насаждений на территории городского поселения Видное, Молоково, Молоковского поселения, Булатниковского поселения. То есть будет посажено всего, за сегодняшний день будет посажено около 300 саженцев. Это как кустарников, так и саженцев деревьев. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.